Всем привет, с вами Спайс, и сегодня я вам расскажу кое-что новое. Нет, это видео не про муравьев, это видео про нашего травянчика. Он вот немного засох, поэтому сегодня ему полностью переделаем все. Первое, что я хочу сделать, это подстричь и помыть его. А после этого сейчас предлагаю начать его подстригать. Вот что у меня получилось. Сейчас мы пойдем его помыть. Сначала вот это вот уберем. Сейчас мы будем его мыть. Сделаем для него ванну. Осталось замочить тут травянчика. Сейчас мы его промоем. И оставим замачиваться на 10 минут. Травянчику осталось посушиться около получаса. Прошло довольно много времени, и травянчик подсох. Я кладу его в свободное место под лампой. И удивление, вот здесь очень тепло. Короче, у меня нашлось свободное время смонтировать видео про травянчика, и прошло уже примерно больше недели, довольно приличное время. И вот что с ним стало, он там начал прорастать, короче, уже суперски. Вот он. Короче, все классно, и ждите также влог. У нас ремонт, и мы ездили в Leroy Merlin. Короче, ждите, и еще я поцарапал палец. С вами был Витспайс и провода. Всем пока!